Привет-привет! Вы на канале «Зеленый огород». Меня зовут Елена. И сегодня я хочу вас познакомить с сортами поздней и позднеспелой капусты, которую я высаживаю уже не первый год на своем огороде. Вы знаете, наша семья очень любит капусту, и мы ее любим и в свежем виде, и особенно любим в квашеном виде. Капусту мы едим круглый год. Капуста любит очень плодородные почвы. И нужно учитывать, где вы ее будете высаживать. Также капуста любит очень много света. Если света будет недостаточно, листья будут мелкие, а качанчики будут завязываться очень рыхлые. А мы прекрасно знаем, чтобы капуста у нас долго хранилась, должны быть очень плотные качанчики. Капуста у вас будет расти лучше всего на тех участках земли, где вы в прошлом году высаживали бобовые, лук, тыквенные, а также все посленовые, к которым относятся томаты, перцы и картошка. Вот там капуста себя будет чувствовать лучше всего. Чтобы правильно вырастить капусту, нужно рассчитать правильный срок ее посева. Как я это делаю? Я беру день, когда я ее собираю. Обычно я капусту собираю позднюю, в начале октября, ну, примерно где-то до середины октября. И я отсчитываю срок вегетации. Капуста обычно у нас созревает от 120 до 160 дней. И от сбора урожая мы отсчитываем количество дней. И для меня оптимальные сроки с 15 апреля и до конца апреля. Вот именно в эти сроки я высеваю позднюю капусту и позднеспелую капусту. А вот какие сорта высеваю, я сейчас вам все покажу. Лёшкий F1. Очень хороший позднеспелый гибрид. От всходов и до уборки у него 160-180 дней. Качан очень плотный. Он весом от 4 до 6 кг. Хранится долго, до 8 месяцев. Я его уже выращиваю 5 лет. Этот гибрид меня никогда не подводил. Капуста очень хорошая и дает стабильно хороший урожай. Белокачанная капуста вьюга. Это средний поздний сорт. И созревает примерно 145 дней. Кочаны плоские, очень плотные и весом до 5 кг. Когда его разрезаешь, он белоснежно-белый. Сорт не растрескивается и тоже долго хранится. Я его очень люблю, этот сорт, и буду обязательно вновь выращивать. Сорт Амагер 611. Это проверенный уже несколькими годами сорт. Он позднеспелый. И от всходов до спелости 137-148 дней. Кочаны округлоплоские, крупные, плотные. Вес достигает 4 кг. Этот сорт не растрескивается. Сорт очень лёжкий, хранится до 8 месяцев. При хранении вкус у этой капусты только улучшается. Он становится слаще, и она становится еще более хрустящая. Очень люблю такой сорт, как Московская поздняя 15. Это старый-старый сорт. Я думаю, что все с ним уже знакомы. Я его высеваю уже много-много лет. Это позднеспелый сорт. От всходов и до спелости 140-160 дней. Когда вы его будете высаживать на постоянное место, нужно учитывать, что он растет очень раскидисто. Листья у него крупные. И качан весом обычно достигает примерно до 6 кг. Он очень долго лежит. Вкус у него просто отличный, хоть в свежем виде, хоть в квашеном виде. Этот сорт никогда не поражается такой болезнью, как кила. Капуста белокачанная, каменная голова. Это позднеспелый сорт. Качанчики у него не крупные. Весом всего лишь 3-3,5 кг. Но они отличаются, мне кажется, повышенной плотностью, сочностью. Вкус у них сладкий, очень хрустящий. И в этой капусте очень большое содержание сахара. И что очень хорошо, этот сорт долго-долго хранится. Некоторые кочаны у нас лежат до июля месяца. И два новых сорта, которых я хочу проэкспериментировать. Это сорт «Сибирский гигант». Это позднеспелый сорт, просто богатырского размера. Как заявил производитель, капуста вырастает до 15 кг. Урожай богатый, кочаны округлые, чуть плоские, ровные, плотные.
и на разрезе кочан очень белый. Вкус и в свежем виде, и в квашеном очень хороший. И хранится 6-8 месяцев. И еще один новый сорт, который я буду экспериментировать на своем огороде, Galaxy F1. Высокоурожайный, позднеспелый гибрид. Кочаны округло-овальной формы, очень плотные, весом до 6 кг. Пригоден как в свежем виде, так и для хранения. Что мне понравилось именно в этом гибриде, что производитель заявил, что он хранится до 12 месяцев. Вот буду тестировать, посмотрим, сколько же он на самом деле будет храниться. Все эти сорта буду выращивать в этом году. Обязательно вам все покажу, как капуста будет развиваться, как я за ней буду ухаживать, ну и, естественно, покажу, какой будет урожай. На этом все. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, будьте здоровы, пока-пока!